Глобальная зачистка коррупционеров продолжается в России. Правительство планомерно следует плану наведения порядка среди чиновников и должностных лиц. Так, на этой неделе Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО депутата горсовета Игоря Украинцева. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, занимая пост депутата в горсовете Новосибирска, он лично получал взятки в виде денег от руководителя строительной организации за общее покровительство. Оборотню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Обыски продолжаются. Ход и результат расследования находятся на особом контроле в прокуратуре. К сожалению, пока еще остались оборотни в силовых структурах. Так, московский оперуполномоченный задержан сотрудниками управления собственной безопасности в Смоленске за вымогательство взятки в размере 25 миллионов рублей. Отмечается, что сотрудник московского главка полиции получил от граждан пачки купюр, имитирующие 25 миллионов рублей, на территории автостоянки в Смоленске. За указанную сумму майор полиции обещал не привлекать к уголовной ответственности под надуманным предлогом третье лицо. Также стало известно, что в Удмуртии задержали руководящего сотрудника отдела капитального строительства МУП Ижевска «Ижводканал». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от представителей подрядной организации. Следствие считает, что деньги он получил за приемку строительно-монтажных работ в рамках реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Ижевска. Фонд капитального ремонта – это лакомый кусок для нечистых на руку людей. Из-за воровства выделяемых средств по итогу страдают обычные люди. На текущий момент проходит выявление других причастных лиц к хищениям средств. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает принимать обращения от граждан. Если вы столкнулись с произволом или несправедливостью, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.